Всем привет, всем привет, с вами Шмак, на канале Уж Мне, и это новая игра Clouds to the Sun, ну то есть ближе, немножко ближе к сыну. Ну к солнцу, конечно же, к солнцу. В смысле, я уверен, конечно, я уверен. Ну что не так? Да, кстати, сейчас сделаю немножко потише игру, она что-то очень громкая. Вроде, да? Или нет. Во время манипуляции со временем для добычи электричества возникла полусторонняя энергия. Попытки исследования этой энергии привели к выводу о ее нематериальности, поскольку она не взаимодействует с чем-либо, как будто ее на самом деле нет. Ее влияние, на первый взгляд, кажется безвредным. Но зачем? Монорельсовая система Гелиуса проложена вдоль всего суда слева и правого борта. В основном она используется для перевозки персонала, жилых районов, к рабочим местам в отдел. Кроме того, да ты надоел. Гениальная ада. Пролог. Нажмите, чтобы начать. Нажимаю. Моя дорогая сестра, прости, что покинула тебя внезапно и без предупреждения. Отправляясь на Гелиус, я не знал, что меня ждет. Единственное, в чем я была уверена, мое исследование может изменить мир. Так и произошло. Правда, не так, как я себе это представляла. Во всяком случае, пока. Теперь я хочу объяснить тебе все, и ты поймешь, что бояться нечего. Ты всегда старалась защитить меня. Ты ведь старше, но так уж должно было случиться. Теперь мой черед защитить тебя, если только все будет развиваться так, как должно. Время и обстоятельства разделили нас, но вскоре все изменится. Ты нужна нам здесь, на Гелиусе. Ты должна быть рядом со мной. Вместе с письмом я посылаю тебе ресивер. Он может получать сигналы, и с его помощью мы сможем общаться. Я понимаю, у тебя много вопросов, и все кажется запутанным, но я уверен, что ты сдержишь свое обещание. А с любовью. Твоя сестра Ада. Не слишком-то много информации, Ада. Ты сначала ты внезапно пропадаешь куда-то, а теперь зовешь меня на Гелиус. Что-то ты не договариваешь. Скотина такая, а? Не договаривает. По любасу. Выйдите из комнаты. Так, то есть мы теперь. А тут можно что-нибудь типа подрезать, да? Триумф инженерной мысли во благо научного прогресса. Присоединяйтесь к команде Гелиус, обращайтесь в ваш местный офис Warden Cliff. Угу. Так, тут просто мы ходим и ничего не делаем. И уходим, да? Уважаемый гость Warden Cliff, скоро мы прибудем на Гелиус. Для вашей безопасности просим проследовать смотровую кабину, расположенную на верхней палубе корабля. Мы причалим, как только вы займете место в кабине. Спасибо. Будем надеяться, что причалами работают лучше, чем эти автоматические что-то там. Войдите в смотровую кабину и начните причаливание. Туда я иду или не туда, не знаю. Отборное разрешение для лучших умов. Сейчас, ребят, я посмотрю по звуку как. Так, вроде все по звуку нормально, вроде как бы и громко, вроде как бы и не громко, и как бы и все, и все. Так, а мы отсюда пришли или не пришли? Подожди. Нет, мы вроде отсюда не пришли. Оп, я могу бегать, смотри. Я могу бегать, нормально. Нормас. Или мы отсюда пришли, или не отсюда. А, мы типа тупо по кругу бегаем, да, как идиоты. Я понял. Так, ну нам надо, значит, куда-то наверх. Скорее всего, пока мы ничего не можем тут понажимать и все остальное. То есть мы тупо бегаем и все. Да. Хорошо. Хорошо. Ничего тут нельзя подобрать пока, ничего нельзя выкрасть и все остальное, да? Мы должны тупо ждать причаливания. Хорошечно. Хорошечно. Или, может быть, что-нибудь есть? Какой-нибудь секретик? А? Нет, секретика вроде никакого нет, поэтому... Да, забей. Погнали. В две ручки. Так. И?
Storm in a Teacup presents. Art director Федерико Хирокадзе, директор Карло Иво. Я и долго смотреть буду или нет? Или можно промотать? Нельзя промотать? Ничего не работает, даже Escape не работает. Прикольно. Технический дизайнер Фабрицио Макаронник. Геймдизайнер Жоу Хакал. А, это мы на Гелиус так, на такой при ничего себе, он огромный. Музыка Андрея Ремени. Project Manager Роберто Симпербереро. Близко к сыну, да. А это мы читали, да, уже? А тут одно и то же будет, типа, в этих, чтобы когда лоадинг, типа, да? Чтобы, типа, да? Или как? Или нет? Как так-то? А во время подъема ближе возник потусорение на рыбам, длительный... Ну, это я читал уже, я, блин, на ближе. Глава первая. Владение Гермеса. Так, нам показали уже ноги и руки. Прикольно. Это прогресс достаточно большой, когда нам показывают руки и ноги. Поднимитесь на борт Гелиус и установите связь с Адой. Ну окей. Я ожидал, что великий Гелиус будет более оживленным. Полагаю, Ада никого не предупредила о моем прибытии. А может быть, тут и никого и нету, да, уже? Скорее всего. Ну, из людей, в смысле. Ну, в смысле, из живых. Или как там, не знаю. Так, господи, ну ты... Ну как, зачем так делать? Ну ладно. Тихо. Чё ты там орёшь-то сегодня? Зарался-то, посмотрите на него. Так. Тут ничего нету, да? Тут темно, темнотень. Понял. Красные дорожки, смотри, какие ковровые, типа, да? Я забраться не могу. Прыгать я умею? О, я умею прыгать, да ладно. Только как-то мы... Как-то, ну ладно. Как-то плохо мы прыгаем. А куда нам надо подняться? Куда нам надо подняться, да? Установить связь с сестрицей. Понял, хорошо. Сейчас сделаем, наверное. Или не сделаем. Гелиус. Колоссальный научный корабль от носа до кормы наполнен роскошью, пока остальной мир кое-как борется за существование. А это все, конец предложения, я думал. Изучить. Пропал ведущий ученый... Гельмгольц. Сходят слухи, что он на Гелиусе. Оставил жену и ребенка, не сказав ни слова. По сообщениям Венгрии, получил доступ к крайним версиям установки для управления землетрясениями. Ну, негодяй какой, а? Ну ничего, ничего. Сейчас мы все выясним. Всю эту историю. Чертов. Похоже, мне придется сориентироваться. Блин, я как быстро. Почему нельзя замедлить немножко скины, скрин с субтитров? Да? А, изучить, я забыл. Описание. Корабельная крыса. Активный шпион. Изолируйте и уничтожить. Окей. А, это мост. Мастяра. Ага, я понял тебя. Уорденклифф. Компания, поставляющая электричество половине мира. И при этом жаждущая получить мир целиком. Компания, которая... Ой, а что написано? Кровью или чем? Ну, походу, да. Карантин? Карантин? В какую историю ты вляпалась, Ада?
Ну, ехтель, а чё так? Не надо так делать, я. Ну, прекрасненько, прекрасненько, да, я чуть не писнул. Ну да, короче, тут как-то все печально, да? Я могу перепрыгивать, да ладно, прикольно. Почему все на одну кнопку, я не понимаю. Почему нельзя было сделать, да, хотя бы на пробел, там, все через одну кнопку эту с... Тихо. Это ж... Кто это ползает там? Мне страшно. Ой, я могу туда, не могу. Звучит два предохранительной системы из-за обзора, блокирующей работу лифта. Лифт впереди. Два предохранителя нужно. Shit. Твою мать! Заблокированные соображения безопасности. I guess I'll have to disable it. Да, мне надо включить блокировочку. Hello? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Anyone there? Слышь ты, чё меня пугаешь? У меня аж соски встали. Не! Закрыто, я понял. Короче, мы тут будем копаться долго, да? Ледис. И ледис нет, да? Туалет для ледис тоже нет. А вот, вот сюда можем проникнуть, да, немножко? Немножко на дорожку. Немножко на дорожку. Так. И. Оружие есть какое-то тут в игре или нет? Ну, скорее всего, нет, наверное. Ну, не знаю, мне почему-то кажется. Ну, по-моему, я по скриншотам смотрел там... А зачем мне дверь открыли, если там ничего нет? Там что-то было стопудово. Да, из всех закрыто, одна открыта. Тихо, это что такое? Что за знак? Приседать я умею? С. Ctrl-Shift, ничего не могу. Приседать не могу. Тут какой-то значок, значит, тут что-то есть. Join me. You two can change the world. Join him. А что он как дьявол нарисован, да? Непонятно. И, короче, ничего я тут не могу я подобрать, ничего не подобрать, ничего нету, да? Вроде как. Ну, хорошо. Немножко темновато, тебе темновато. Говорит Никола Тесла. Если вам еще не очевидно, корабля выявлен карантин. Подниматься на борт Геллиса и подать судно запрещено, твою мать. И тем не менее, вы тут. Очередной шпион Эдисона, надо полагать. Впрочем, это не важно. Все перемещения по судну ограничены. Друг вы или враг, будьте осторожны. Джей. Прекрасно. Вот и теплый прием. Что ж ты сделал с моей сестрой, падла тварь? Британский флот в погоне за Гелиосом, предполагаемое похищение выдающегося математика, взволновало мир. Мы требуем вернуть его, заявил премьер-министр. Ворденклифф отвергает обвинение, заявляет, что Максвелл присоединился добровольно. Международная группа дипломатов собирается, чтобы урегулировать растущую напряженность. Раскрытые агенты Эдисона. Похоже, их соперничество продолжается на полную катушку. В соответствии с процедурой протокола А-12, офицеров встретили челнок и судно по прибытии, а когда же гость не появился, как ожидалось, офицеры зашли на борт челнока для проведения стандартной поисковой процедуры. Гость на порту обнаружен не был, также не было обнаружено каких-либо предметов одежды и документов, относящихся к Ворденклиффу. Одежда, наверное, или что? Не ладно. Дальнейший осмотр судна выявил заметную, хотя и не опасную, вмятину с правого борта челнока. Согласно судовым записям, на момент выхода из судна этой вмятины не было. Из-за этого следует, что, возможно, во время исследования Гелиоса челнок был взят на абордаж другим судном. Это же единственный подобный инцидент только за последний год. Уязвимость наших автоматических челноков требует доработки. Регулярно пропадающее удостоверение личности и униформы Ворденклиффа может предоставить Эдисону достаточной информации для создания убедительных подделок. Я еще не получил никаких заверений в том, что принимаются меры для предотвращения повторения этих инцидентов. Де Росси, офицер безопас... безопасности. Так, короче, давайте по-быстрому. По-быстрому, я сказал. Изучить. Имя Юн Хван Чой. Дата рождения 13 апреля 83 года. Страна Джин Корея, город Сеул. Цель визита учится в лаборатории. Срок ББ. Бессрочный номер пропуска. Номер пропуска такой-то, да? Хорошо, и что? Так. И что мне об этом никто ничего, никак ничего не говорит. Мне об этом совершенно. Закрыто? Закрыт. Окей. Так, здесь открыто или закрыт? Ну, закрыто, я понял. Хорошо. Хорошо. Так, а что тут у нас? Меня тут.
Так, оттуда мы пришли, значит, нам не туда. Значит, нам в другую комнату, откуда мы не пришли, а куда-то нам нужно зайти. Да? Че там, мы можем что-то сделать? Можем. Что это? Ой, а это что такое? Это мне нужно как-то сделать, чтобы как-то... Головоломка, типа? Куда я не могу пройти, мистер Хотс? Нет? Да, хорошо. Тут, короче, какая-то головоломка. Сейчас мы ее решим, наверное. А может, и не решим. Ага, чтобы вот сюда проникнуть. И там что у нас? Там что-то валяется, короче. Можем читать. Я уже, если честно, запутался. Откуда что и было, и как, и почему. Мы вот отсюда, да, вот сюда, да? Да, вот сюда, сюда. Так, сейчас, подождите. Там еще что-то было, где я пропустил, наверное, или нет? Обратно я не могу, да, зайти? А, вот какая дверка есть. Закрыт. Фонарика нет в игре, да? И немножко темновато, мне кажется. Или мне это... Короче, туда мы можем как-то войти и отключить, наверное, предохранитель один. И вот сюда надо как-то зайти. Ой, смотри, как тут много крови. Мне не нравится. И кто-то топает. Мне это тоже не нравится. А! Собака-тварь. Че меня пугаешь? В смысле? Ты не можешь пройти? Странная какая-то тема. То есть мне надо как-то вот туда пройти, а как? Я не знаю пока. А, вот сюда куда-то, да? Да почему так темно? У меня даже не было вариантов, типа, выбрать этот, да? Яркость. Ну, ладно. Подожди, а вот... Ай, ёб твою мать! Ты чё, дурак нахер? Ты чё делаешь-то, ёб твою налево? Чё пугаешь меня, скотина тварь? Я ж скотина испугался. Не надо так делать, не надо. Давай жить дружно. Наверх нужно. Если наверх... Если наверх, то это типа открывамба, да, называется? Так, о. Так, еще одна, и дело будет сделано. А это что такое у нас? Да, тихо, изучи. Описание химеры представляет опасность. Известен под именами Матис Эль, Саймон Олдер, Эрнест Хэмсон. Химера, почему? Хорошо. Слушай, как тут много всякого, да? Мне нужно, короче, на лифт. В основном, да? Допрос исследователя Бейкера мгновенно скрыл распространение конфиденциальной информации между отделами. К сожалению, из-за этого предполагаемый информатор Эдисон затаился. По этой причине мы не смогли продвинуться дальше в своем расследовании того, какие именно сведения удалось получить шпион. Я прошу вас проявить инициативу для постоянного обеспечения безопасности на Гелиусе. Мы не можем допустить еще одну масштабную диверсию. Одного раза вполне хватило. Я знаю, насколько мистер Т не любит эти менее изощренные меры, но иногда есть смысл применить старые добрые методы. Струтман или Струтман, да, офицер неинформационной безопасности. Хорошо. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Тихо, там что-то есть тут. Почитаем, да? Почитамба. Эдисон отрицает обвинение в шпионаже. И все доказательства косвенно утверждает Эдисон, готовится встречный иск. Вордингклифф отказался от комментариев. Тесла не пришел на предварительное слушание по делу шпионажа Эдисона. Ой, тут еще можно читать и читать. Французский климатолог Жанна Вильпре была замечена при посадке на рейсовый челнок Гелиуса. Еще один выдающий ученый присоединяется к постоянному растущей команде Гелиуса. Это вращена диверсия, челнок с Гелиуса уклоняется от тарана. Здесь самые важные умы человечества собраны на данном корабле. И, собственно, мы зачем-то сюда попали. Мы сюда зачем-то попали. Все, да? Тихо, мы отсюда, по-моему, пришли, да? Да. Вот теперь туда можно и на второй этаж. Погнали. Да, давай сюда. Не беспокойся, выяснил, содержит ключ ко всему. Зашифровано. Кому предназначалось это сообщение? Кому-то, видимо. Мы можем еще наверх подняться, да? Или туда спуститься. Давай-ка сюда зайдем в комнату.
Стимпак такой неплохой. Мне это напоминает, знаешь, что этот? Это Крыламба, я понял. Ладно. У-у-у! Открылось. Я думал, не будет открываться. Джекпот. Инфосек только что отправил мне ему почту с подтверждением дат и мест. Он шпион Эдисон. Твое чутье снова сработало. Важно провести все гладко. Нам нужно вытащить из него все, что он знает, и не важно, захочет ли он говорить добровольно. Определенная ситуация влево-влево. Я добро на творческий подход. Дероси, офицер безопасности. Сильвия Бишоп. Англия, Лондон, художественная выставка, 48 дней. Не надо. Не надо меня пугать. Никола Тесла нанимает офицера британской разведки для надзора за информационной безопасностью на Гелиус. Еще один выдающий ученый присоединяется к постоянно растущей команде Гелиуса. Да-да-да-да-да. А тут что у нас? Масочка страшная, да, какая-то. Тут какие-то были пытки, да? Ой, смотри, мы можем тут что-то изучить. Как я понял, наверх нужно все время или нет? Там же была наверх, и почему наверх не работает? Объясните, пожалуйста. Или тут разные шифры везде должны быть. О! Значит, вот как допрашивают подозреваемых в шпионаж для Эдисона, просто ты Гелиуса. Фу. Ну погодите, дайте мне только рассказать все своему главному редактору. А, она работает в газете, что ли, типа, да? Скорее всего. Так, мы с вами загадку одну разрешили. Так, значит, две одинаковых, и значит, мы можем открыть там лифт. Ну, давай по лестнице еще проползем тогда, да? Там что-нибудь посмотрим пока. Ну, пока можем, да? Вроде пока можем. Или не можем? Можем или не можем? Так, тут что? Тут все в хламине. Ой, что такое? Не вижу. Там что-то есть? А может быть, что-то и... Изучаем бы. Дэвид Бишоп, 90-го года, 7 дней, несовершеннолетний член семьи. Значит, так, понятно. Здесь что у нас? Луч смерти, изобретенный Тесла, сделает войны невозможными. Никола Тесла предлагает принудить все страны к миру под угрозой катастрофического ущерба. Его недавно изобретенное оружие вот-вот будет выставлено на аукционе. Страны по всему миру ищут средства для покупки. Судовое оружие Тесла может испепелить целый флот. Хорошо или не хорошо? Не знаю. Туда я пройти не могу. Хорошо. Или не хорошо, опять же. Не знаю. Так, мы здесь это изучали. Здесь мы изучали. Мы здесь все изучали, наизучали. Прыгнуть можем, не можем. Там какой-то знак. Вот этот знак, он везде, короче, был сделан. Да? Так, значит, что мы? Мы одну загадку решили. Нужно вторую загадку решить, чтобы открыть дверку и в лифт. И уехать куда-либо, не знаю куда. Да? Правильно я думаю? Нет. Отсюда я могу открыть? Не могу. Хорошо. Придется через зад, да, заходить. Вроде все здесь мы обыскали с вами. Если что-то мы не обыскали, то... Но это уже не мои проблемы. Кто там все, скотина, щелкает? Как будто кто-то ползает. Мне это не нравится. Так, ну давай, значит... О. Так, это мы включаем лифт. Подожди, не будем пока включать лифт. Мы пока изучим это сейчас говно. Ананья Патель, В-55, Бомбей, технический лаборант, срок бессрочный, номер вот такой-то. Так. Описание без руки, подозреваемый спящий агент, найти подтверждающие или опровергающие доказательства. Ну, давай, окей. Это должно сработать, теперь нужно разыскать Аду. Поднимись на лифте на этаж выше, чтобы восстановить связь с Адой. Хорошо. Это что там? Изучить. Потертая ключ-карта от парадного лифта Гелиуса. А мы ее подняли, да? А мы провели и... Ой! What the hell? Hey! Hey! Твою мать. Shit. Скотина. Пугает меня. Пугает, зараза. Это, я так понял, глава первая закончилась, да? Сейчас будет глава вторая, скорее всего, да?
Отдел безопасности наблюдает за всем персоналом на Гелиусе, чтобы защитить его от диверсии. Существуют косвенные доказательства, указывающие на то, что Эдисон стоит за несколькими попытками санкционированного проникновения. Но нет ничего такого, что могло бы служить доказательством в суде. Глава 2. Огонь Прометея. Обследовать Гелиус, чтобы отыскать Аду. Воу, красиво, да? Прикольно сделано, мне нравится. Так, Йоахерия, где мы, Херия? Йоахерия. Ну, где-то тут вот, да? Так, хорошо. Говорит старший следователь Арчер, если здесь есть выжившие, отзовитесь на этой частоте. Повторяю, это старший следователь Арчер. Если здесь есть выжившие... Ада! Роуз? Holy shit, ну нам же, Рада! What the hell are you doing here? Какого черта ты тут делаешь? What? Так, стоп. Ada, Ада! You told me to come. Ты же сама сказала мне приехать. Right, у меня с собой твое письмо. Это бессмыслица какая-то. Я не писал тебе никаких писем, Роуз, но это не важно. Здесь произошла авария, а может быть диверсия, уже не важно. Нам надо выбираться с этого корабля. А что это за карантин? Что за чертовщина здесь творится? Слушай меня внимательно, нам очень нужно поскорее покинуть корабль. Она распространяется. Так, короче, что-то распространяется. Может, сигнал будет лучше где-нибудь впереди. Может быть. Чпунь. Так, хорошо, значит... Ну что-то изучаем мы тут или не изучаем, не знаю. Опасненько. The Helios, spread the pattern. О, Helios. Назван так в честь Солнца, источника бесконечной энергии. Это безопасное место для тех, у кого открыт разум и ясновидящий талант, чтобы расширить границы человеческих возможностей. Далее от посторонних глаз и циничных денежных мешков. И мы стремимся к самим звездам, только прогресс здесь имеет значение. Это наш плавучий дом и колыбель технологической эволюции человечества. Мы набрались прямо в будущее человеческой расы, и мы приветствуем вас. Welcome. Насколько нужно не дружить с головой, чтобы построить музей себе в собственном доме? Радиоволны слишком плохой для передачи звука изображений энергии на большие расстояния. Сочетание с этим радиоуправляемым судном, они помогут в транспортировке людей. Раз вы находитесь здесь на Гелиусе, значит вы уже имели возможность прокатиться на одном из таких судов. На них нет экипажа, управление осуществляется посредством радиосигналов. Это помогает снизить риск в случае поломки и последующего затопления. Не то, чтобы риск был очень велик. Вы ведь благополучно добрались туда, не так ли? Так что волноваться не о чем. Вордон Клифф объявляет о прорыве, достигнут резонанс с другими измерениями. Только Тесла знает, как это работает. Рассвет бесплатной энергии не за горами. Нарушает ли Тесла закон энергосбережения? Бесплатная энергия грозит потерей рабочих мест тысячам сотрудников энергетической отрасли. Ожидаются беспорядки. С помощью этого устройства я намеревался избавить мир от войн раз и навсегда. Мой луч смерти. Может показаться странным, как такое изобретение поможет установить мир, но пока мы владеем, никто не решится на нас напасть. А что, мне все нужно это выслушивать, это говнище или нет? Наверное, да. Ну ладно, давай, послушаем. Моя первая башня Тесла в Вордон Клифф была очень успешным проектом. Установка для управления землетрясением даже уже хватало, чтобы не было бы. Больше электричества. Десре, я читал, Шипс читал. Тесла Тауэр, Икс. Когда я забрал рентгеновские лучи, мы здорово провели время в лаборатории, делая снимки друг друга.
Ну я понял, короче. Жуткий корабль, набит учеными посреди океана. Что может пойти не так? Ой! Чё за? Здорово, пацаны! Что делаете? А чё все в масках? Да куда мне нужно дойти-то? Ай! Всё, типа, это... всё? Чё? Чёрт побери! Роуз, ты тут? Ты меня слышишь? Я тебя слышу, но... Какого черта я тут делаю? Если ты отправил мне письмо, тогда кто? Здесь твой почерк и все остальное. Это может показаться странно, но, возможно, это сделала я. Не я настоящая, а в будущем. Я знаю, похоже на безумие, но обещаю, что объясню тебе все. Давай встретимся в моей квартире и... От чего именно мы убежим? Это здесь небезопасно, она распространяется по всему кораблю. Я тебе все объясню при встрече в моей квартире. Сперва забери ключ-карту от района Фарадея на стойке регистрации здесь. Ключ-карта хранится в ненастенном сейфе. Поищи комбинацию где-то поблизости. Ключ-карта автоматически направит лифт в нужный район. Ты все поняла? Да. Открыть сейф, взять ключ-карту, сесть в лифт, встретиться в твоей квартире. Я поняла. Я не смогу с тобой связаться по радио некоторое время, так что просто будь осторожна и доберись туда, ладно? Договорились. Но когда я приду, я надеюсь услышать подробные объяснения. Договорились. И это сестра. Я не могу объяснить, как и почему ты попал сюда, но я действительно очень рада, что ты здесь. До скорого. Давай, давай. Внутри выгравирована анонимная маска биолаборатории. Верните представителей Ванденклифа. Ворденклиф. Заберите ключ. Где-то в сейфе, короче, есть ключ-карта. Где-то в сейфе есть ключ-карта. Мне нужно сейчас загадки опять разгадывать, да, тут будет изучить. Внутри не выгравирована анонимная, я понял. Так. Так. А где сейф-то? О, значок. Если есть значок, значит мне туда надо как-то попасть. Да. Ты понял или не понял? Как куда попасть, подожди. Блин, ну ладно. Где-то поблизости есть сейф. Сейф. Да, понятно. Понятно. Вот, как туда попасть? Алло, братан. А, вот там, да, можно. Можно. Изучать. Вандерклифф объявляет о прорыве, достигнув резонанс с другими измерениями. Только Тесса знает, как это за краями, так это я читал уже. Чё? Мать. Я уже это читал. А, перепрыгнуть можно. Через стол. Перепрыгнули через стол. И читаем письмо опять. А, Эрик, не забудь записать новый код от сейфа, когда поменяешь его. И на прошлой неделе Маргарет пришлось добираться аж из тех лабораторий, чтобы открыть сейф. Она была не в восторге от этого. Не шути с огнем. Текущий код 142. 142, хорошо. А где он, ёпти? А, вот он. Так, это должно быть сейф. Теперь надо как-то его открыть. Это один, получается, да? Нет, подожди. Не, подожди, не так, вот так. Вот цифра, да. А, 142. Ах ты собака, тварь. Да блин. Подожди, единицу я набрал. Вот, теперь вот это. А, нет, твою мать. Здесь единичка. Ага, так, подожди. Вот так вот. О! Получилось.
и изучить. Ключ-карта от лифта в районе Фарадея. Бинго. Бинго! Ключ-карта для лифт. Шикарно. Так. Перепрыгаем бы опять. Что за птицы тут? Что за бред? А мне обратно? Ай, ёб твою мать! Да хорош ты, говнище, кусок, срань болотная, твою мать. Не беси меня. Йохерия. Так, чё там? Мы туда не можем, да? А, нам сюда и всё, что ли? Ну давай. Right. Ладно. Надеюсь, это сработает. Никола Тесла – изобретатель, предприниматель, самый богатый человек в мире. Его компания Wardon Cliff является поставщиком беспроводного электричества станции по всему земному шару. Нет, так-то он, конечно. Во время манипуляции времени для добычи или возникла потусторонняя энергия, по взаимодействию, так это я читал. Явление привозное, кажется, без зря. Но зачем рисковать? Зачем рисковать? Зачем рисковать? Правда. Это, получается, сейчас новая будет серия? Ой, часть, глава, или как? Сидели... И новоприбывший сейчас теряется на борту Гелиса из-за его огромных размеров. Чтобы помочь в этой ситуации, каждый основной сектор корабля заложен понятные разборчивые карты. Да, мы уже их прочитали. Ада Арчер, младшая сестра Роуз Арчер и гениальный теоретический физик. Ее исследования на борту Гелиса оказали теорию одноэлектронной вселенной, открывая двери для бесплатной и безграничной энергии. Никола Тесла, это я читал. Да. Домашний очаг Гести, глава номер 3. В принципе. Так. Погнали сюда теперь. Чем-то воняет. Войдите в жилой комплекс. Эскиз Тесла оставлен каким-то скучающим сотрудником. Воробушек там на него смотрит. Так. Тут больше ничего нету? Я ничего не могу больше изучить интересного, да? Опять? Да ты еще заперто. Роуз, ты уже добралась в мой район? Да. Но дверь... Не открывается дверь. Дверь не открывается. Спокойно, чемпионка. Попробуй надавить всем своим внушительным весом. Опа. Ой. Роу, что происходит? Они разорваны на куски ада. Вот дрянь. Вытащи меня отсюда. Как мне выбраться отсюда? Все будет хорошо, Роуз. Роуз, послушай меня, у тебя приступ паники. О боже. Просто сосредоточься на моем голосе, Роуз. Закрой глаза и слушай мой голос. Дыши вместе со мной. Новый листик вырос. Старый отпал. Новый листик вырос. Старый отпал. Старый отпал. Новый вылет. Вот так. Хорошо, молодец. Time is not a river. Выросли как скот, ада. Кто? И что могу это сделать? Мы пока не знаем. Сейчас нужно, чтобы ты выбрал безопасное место. Доберись до центра жилого комплекса. Там находится генератор, который питает ворота. Пока сосредоточен. Я уже иду, скоро свяжусь с тобой. Береги себя, сестрёнка. Time is not a river. Время не Джастин Тимберлейк, да. Доберись до центра комплекса и включите освещение. Хорошо. Я туда не могу пройти, да? Ой, пацаны, а вы что-то какие-то это грустные. Та-та-та-на-на-на.
А, это вот туда мы оттуда, да? Это туда, нам мы оттуда. Так. Эк. Эк, и что тут? Ну блин, а зачем делать комнатки, в которых ничего не валяется? Зачем я захожу как дурак туда? Что мне нужно сделать? Мне нужно включить какой-то генератор, да, и... Ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не-не-не, братан. Не-не-не. Шел вон. Я не хочу на тебя смотреть. Ты сделаешь страшно. И я обкакаюсь, не надо. Да, закройся вон. Падла, тварь. Ой, там смотри, как все, да? Туда можно прокат попасть? Ой, ёб твою мать! Фу, напугал. Что это, видение из прошлого? Так, я пока открывать ничего не могу. Туда пропрасть тоже не могу. Так, сюда могу, погнали. Ой, а чё так темно? Должно быть это здесь. Ой, а чё там за... Так, посмотрим, как здесь зажечь свет. Что это такое за лицо? А, это какая-то статуя Тесла опять. А, опять какая-то головоломка, да, видимо? Угу. Что надо сделать-то? А, надо вот так сделать. Оп. Не хочет, почему? Говно. Так, хорошо. Нет, подожди. Нет. В смысле? Тихо. Шаг 2. Введи правильный код доступа. После того, как код принят, загорится зеленый. Можно перейти к шагу номер 3. Убедись, что у активной линии горит зеленый. При необходимости используй кнопку управления линией для переключения между линиями. 1-1, 2-1, 3. 1-1. Давай, погнали. 1-1. 2-1, 3. Опа. Yes. Найдись квартиру okay. Ады. Теперь now надо найти квартиру Ады. Так, теперь надо вниз, типа, опять, да, шагать шагомером. Ada. Ада! О, наконец-то! Ты чё так долго-то, а? Hello. Что? Эй! Ты кто? Назовись! Если что сделал с моей сестрой, клянусь богом, я переломаю тебе каждую косточку. Манечка! Я ничего никому не сделал! Успокойся! Я Обри, ты не представляешь, как я рад наконец-то поговорить с кем-то, кто не разлагается. Чё? Ничего, не обращай внимания. Но ты должна помочь мне выбраться. Я спрятался в машинном зале с правого борта на палубе 82. Если точнее, то я заперт здесь. Ты скоро сможешь добраться ко мне. А? Послушай, приятель, я не могу ничего обещать. Я должна вытащить свою сестру из этого проклятого места, если мы сможем, то заскочим и за тобой тоже. Договорились? Да, да, конечно. Не обращай на меня внимания, я просто буду сидеть здесь, пока не умру от голода, без проблем. Отличная идея. Знаешь, что в углу лежит Бенни, убитый потусторонней энергией, но вот его сердце не повреждено. Возможно, он сможет одолжить тебе его, чтобы в следующий раз... Когда кому-то понадобится, у тебя было достаточно страдания, чтобы сделать хоть что-нибудь. Чем горел? Сторонняя энергия? Чё с говно? Изучать.
Из район Масла, район Фараде. Сообщение, кто-нибудь еще остался в районе Фараде? Нам нужна помощь. Сильная утечка потусторонки заблокировала нас с Максвелли. Мы пытались отгородить ее, но она все распространяется. Некоторым мерещится фигуры в клубах потусторонки. Это доводит всех до предела. Мы не получали новостей от СБ, и надо полагать, что карантин все еще действует. Но люди подумывают о том, чтобы прорваться в туннеле монорельса. Кто-нибудь пошлите нам помощь. Хорошо. Так. Опять птички. Тут нужна, короче, ключ-карта какая-то, да? Нужно найти эту голуби здорово. В ближайшее время они не понадобятся. Кто они? Ой, ептель. Тихо. Шахматы, Ада отлично у них играл. Ключ-карта Б, Стейница. Забыта ключ-карта от квартиры Стейница. А, что за ключ-карта Стейница? А, мы во что-то похоже с вами играли. Называлась игра, не помню как. На П как-то. Это тоже про космос, и там примерно то же самое было. Ну, там можно было стрелять. А тут стрелять нельзя. Подожди, это что за комната? Но это, видимо, не от нее. Как комната-то выглядит, я не понимаю. Э? Хелиос Джим. Спортзал нам не нужен, не надо, нет. Так, а это что, мы не проникнем? Не открывается, да? Не открывается, хорошо, хорошо. Короче, нужно найти комнату этого Стейница вначале, наверное, а потом уже мы найдем комнату этой тёлки. Наверное, нет. Может быть и нет, не знаю. Так, здесь что? О! Объявление тому, кто постоянно ворует туалетную бумагу, надеюсь, ты умрешь от ректального кровоизлияния. Просто туалетной бумаги? Cute. Ну, как мило. Да, действительно. Очень. Подожди, а сюда я тоже не могу ничего вставить, да? Бесячая. Пойдем, значит, туда посмотрим. А, подожди, а может быть это тоже чья-то комната или нет? Ну, короче, пока не могу ничего проверить. Rail Station. Это там монорельс, типа, наверное, да? Они что-то хотели, типа, проникнуть эти книжки. Или нет? Или я что-то не понимаю. Отсюда я пришел или нет? Это мне на выше, повышено. Закрыт. Сервис. Ой, ну погнали туда наверх, посмотрим, что там. Да? Как там тут у нас обстоят делишки. О, здорово, братан. Что у тебя тут? Изучить. Семейная фотография Просперов. Аарон Проспер с женой Марией, сыновьями Хамфри и Бенджамином. Привет, папа. Эту фотографию мы сделали перед тем, как ты поехал на корабль. Ждем не дождемся от тебя новых историй, когда ты вернешься. Привет от мамы Хамфри. Ага. Ой. И чё? И все? А я могу перелезть здесь? Могу? Ничего не могу сделать. Понял. Тут я просто взял... Залез и посмотрел на фотографию. Да, хорошо. Так, погнали тогда на второй этаж. Через второй этаж что-нибудь там поделаем, правильно? У меня есть какая-то комната, ключ от комнаты, от какой-то непонятной. Можем, может быть, ее найти. Прикольно. Я понял. Прыжка здесь нету. В принципе, это не плохо и не хорошо, но
Мы теперь знаем, что вперед мы не прыгаем совершенно. Да, это так. Так, ну чё, давай опять изучать всякое говнище. Расписание по делам, а не кварталам. Это нечестно. Мы в отделе биологических исследований каждый день пачкаемся кровью или грязью. Сотрудники отдела физических исследований в худшем случае пачкаются мелом. Весь день решая уравнение. Нам нужно по меньшей мере 2 дня для стирки, чтобы выводить пятна крови. Сделать что-нибудь. Ну, вот такие вот делишки. Так, то есть боевки, короче, тут никакой не будет. Оружия тут тоже никакого не будет. Правильно я понимаю? Правильно. Так. Перепрыги в амба. Перепрыгивай давай, ёп. Стоишь ты, ну. Бесишь. О, людишки опять. А я же здесь был или нет? А может и... Это чья комната? Арчер Эйда. А, да, Арчер. Ага. Теперь мне нужно попасть внутрь. Найдите ключ-карту для входа в квартал Альфа. Блин, а что за... Так, хорошо. Послушай, приятель, как я уже сказал, мы сделаем все. Роуз, с кем разговариваешь? А, да. Слава богу. Вот на твоей частоте появился парень по имени Обри. Говорит, что застрял машину, и еще упоминал какую-то потустороннюю энергию. Мне нужны объяснения. Роуз, я бы хотел объяснить все при встрече. Это не... Нет, Ада. Пора бы уже рассказать, что за чудесину у вас тварь происходит. Ладно, ладно. Я постараюсь коротко. Слушай, мы открыли аномалию квантового резонанса, доказывающую теорию одной электронной. Соответственно, теория, каждый электрон во Вселенной — это на самом деле один и тот же электрон, движущийся вперед-назад сквозь время. Естественно, мы начали рассматривать второе измерение времени, связанное с эвклидовой аналогией пространства Минковского. Я знаю, что ты подумала. А как же насчет гипотезы Томпсона? А, да, остановись, вспомни, что ты говоришь со своей сестрой. Не надо этих заумных разговоров. А, ты права. Точно, в общем. В результате большого эксперимента произошел взрыв. Он взорвал в течение времени, и сюда начали проникать всякие опасные штуки. Эти штуки убивали нас. Практически всех. Мы пытались устранить этот прорыв, но... В общем, нам нужно сматываться отсюда. Ты нашла мою квартиру? Да, но квартал Альфа заперт, я не могу попасть внутрь. Сомневаюсь, что у тебя есть где-то запасная карточка. Вот зараза. Постой! На самом деле есть! У моей подруги Элайзы. Боже, я надеюсь, с ней все в порядке. Она на нижнем этаже в квартале Гамма. Вход туда перегружает сеть электрокабеля под напряжением. Я не смогу пробраться. Может, у тебя получится отключить источник питания? Код разблока должен быть написан в гостевом квартале Эпсилон. Пара пустяков. Точно. Я раздобуду и отключу генератор. Слушай, я сейчас войду в еще одну экранированную секцию, то я постараюсь побыстрее. Я приближаюсь... Ну, короче, ладно. Так, нам нужно туда проникнуть, нам нужно отключить генераторы, да? А где? Это где-то где эпсилон, да? Зетта... Зетта, лямбда... Сигма, собака, эпсилон наверху. Эпсилон наверх, подняться надо на... Нам на... Да-да. Так. А где квартирка-то этого Стейси, или как его там звали? Стакмана, или как там его? Так, хорошо. Надо подняться в Эпсилон. Эпсилон? Епсилон. Это из... Я могу так прибегать, да, по проводам? Нормально, могу. Красава. Бетта. Так. Угу. Крошечно. Так, Епсилон здесь. Так, и тут можно, короче... А, и все, да? Только тут могу шастать. Могу шастать только здесь. Ой, человечек. Изучить. Раздражающий любопытный 18-летний подросток, побывавший здесь на прошлой неделе, Альберт оставил свои вещи в воздушных гостевых апартаментах. Вы могли бы связаться с нашим офисом в Анклиф, Германии, чтобы организовать обратную доставку его вещей. Спасибо, Марта. Мы получили специальный запрос о постановке пианино в апартаментах Земли. Попробуйте привлечь сотрудников из службы технического обслуживания для помощи в его транспортировке из доков ДС. Что оно было написано, не знаю. Да, я понял. Надо, короче, как-то отключить здесь энергонану. Так, здесь не могу. Подожди, но у меня же есть ключ этого Стейсмана, или как его там?
Не могу даже, да, пока. Так. Бамс. Так. О! Щикардос. Что здесь? Мы что-нибудь можем изучить? Вот так. Код разблокировки 33212. Понятно. И 33212, да? 33212. Подожди, а может, можно мне... Сейчас, подожди. Вот там же еще можно было проникнуть в дверь. Или нельзя? Опа-на, ничего себе, мощно. Так. Вуаля! Войдите в квартал Гаммы, изберите основной ключ Ады. Подожди, а что там было за еще за головоломочка такая, да? Ну-ка пойдем посмотрим. Вниз надо теперь проникнуть, да? Не, вот здесь, что это такое? Ключ-карта от огненно-гостевых апартаментов в районе Фарадея. Треугольник вверх и треугольник вверх зачеркнутый. Погнали. Треугольник вверх, вот этот, да? Ой, у кого-то был праздник, день рождения. С днем рождения, где написано? А, да. Нет, где, да? Welcome aboard. Изучить. Фотография прекрасной женщины, села абсолютно всегда верь в себя, ведь если ты не будешь, тогда кто будет, дорогая? Логика. Так. И все, больше тут я ничего не могу делать. Да ладно. Как так? А шкаф открыть? Больше никаких не имею. Ну ладно. Так, и треугольник перечеркнутый, да? Тоже треугольник вверх перечеркнутый. Нет, треугольник вверх. А, вот это можно? Да, вот он. Погнали. Так, а здесь что у нас? Так, тут у нас какое-то одеяльце. Так, нет, это у нас... Кто тут у нас? Альберт Эйнштейн, семья Германия, Берн, исследователь, бессрочный. Тут был еще и Эйнштейн. Очень классно. Так, а здесь что у нас? Дорогие задруги Гелиус, я понимаю, что, возможно, это не совсем уместно, но после очень зажигательного разговора со старшим исследователем Адой Арчер, я должен вернуться на материк, чтобы продолжить работу над идеей. Я уверен, что, как коллеги, вы понимаете мою погоню за этими редкими моментами вдохновения. Если нужно, запишите мой поспешный побег насчет чрезмерной юношеской энергичности. Спасибо вам за ваше радушие во время моего короткого, но очень плодотворного пребывания. Данки, Альберт. Эйнштейн, короче, ушел. Так, я понял. Хорошо. Так, все, да, больше тут ничего не... А, стопэ. Нет, больше. Хорошо. Валим тогда, да? Больше мы ничего не можем открыть пока. Ладно. Теперь погнали в Гамму. Но я так и не понял, я... Ну ладно. У меня же был ключ от этого чувака. Ну ладно, забыл. Так, теперь в Гамме есть какая-то тёлка, которая там должен ключ быть, да, по идее? Да. Хорошо. Да, не, первые главы были немножко... Вот эта глава немножко затянутая, потому что, ну, нужно бегать, перемещаться и... Это... Бежуха. Бежуха. А плюс Т. Ой. Not a river. Cry me a river. Так, хорошо. Что тут есть? Акинг. Найден новый предмет. Забытый ключ-карта от квартиры Акинга. Угу. То есть у меня есть два ключа уже. Так, хорошо. Мне нужно найти тёлку, я забыл. Тихо, крысы. Пугайте меня. Эдисон 30-й обвиняет в шпионаже. Все это какое-то косвенное... А это я читал, да. Было такое. Мне нужно...
The circle must be broken. Круг должен быть сломан. Time is not a river. Да, это мы читали. Так, хорошо. Или плохо, не знаю. А, тёлку с ключом мне нужно найти. Или нет? А, ой, ёб твою мать! Ах ты сучка, кто это сделал? О, Стеймниц, да, мы, у него есть ключ от Стеймница. Так. Мы тут что-то можем найти у него или нет? Че так много шахмат-то вон там, че у нас, шахматный этот, что ли? Так, тут ничего нету. Ванну надо зырить, да? В смысле? Тут просто квартира, комната и все, без какой-либо фишки? В смысле? Что за бред? Па-па-па-пум. Ну ладно. Так, Эльманди, Эльманди нету Эльманди. Как ее звали? Ой, Чукинг, да? Патель. Ой. Нильсон. И кто? Ключ-карта, вот это ключ-карта. Нет, не хочу пока. Где Кинг? Иванов. Вот Кинг. Давай, Кинга. А Кинг. Aubrey King. Aubrey King. Ага. На борту ведь не может быть. Чё? Лидер. Лидер. Любил бухать лидер. Бухающий лидер. Ну, в принципе, неплохо. Тут что-то какое-то. Какое-то так. Тут ничего нельзя. Есть. Что-то есть. Изучаем. Дорогой профессор Кинг, настоящее письмо уведомляем вас, что начиная со 2 мая вы понижаетесь со старшего исследователя отдела управления погодой до координатора подразделения технического обслуживания. Хотя вы не достигли достаточных результатов освоения ресурсов, выделенных вам Вондерклиффом, компания уверена, что ваше доскональное знание геолиза найдет свое применение в обеспечении функционирования областей, предназначенных для преобразования новых источников энергии. Согласно порядка рассмотрения трудовых споров Вондерклиффа, вы имеете право обжаловать это понижение в случае возникновения вопросов с Линдой Косински, директором по отношению с сотрудниками. С уважением, Саргистане. Так, значит, его понизили. Ага, и он был зол, скорее всего. Ой, таракушки. И он был, скорее всего, зол, да? Так. Понятно. Хорошо. Так, погнали теперь в ту комнатку, да? А здесь у нас кто, подожди? А, Иванов. Петя Иванов. Так. Файрфилд. Файрфилд. Он любил что? Что это такое? А, он любил эти... Как она называется, эта игра? Англичан. Перетаскивать. Ой, ёб твою мать! Ну нах. Я вначале не заметил. Покойся с миром, Элайза. А, это она и есть, эта тёлка. Изучить. Второй набор ключ-карт Ады от её квартиры и квартала, который она дала своей подруге Лайзе. Ключ-карт сильно потёрт и частого использования. There we are. Отлично. It is key cards. Ключ Ады. Так, здесь что у нас? Здесь мой дом, Гелиус. Здесь мой дом. Гелиус — единственное место, в котором я чувствовал себя как дома. Этот корабль принял меня такой, какой есть. Невозможно выразить словами, каково это год за годом страдает от невозможности найти поддержку и понимание. Но тут на Гелиусе я нашла не только понимание, но и дружбу. Я нашла семью. А теперь я уничтожил единственную семью, которая у меня была. Я одна Асанова. Я никогда не думала, что все закончится вот так. И вот я здесь с веревкой в руках и судным днем за моей дверью. Я думала, баррикада сдержит их хотя бы на время. Какая наивность. Их клубы просочились... беспрепятственно, сопровождаемый криком моих друзей. Я единственный, кто остался одна снова. Этого не должно было произойти, планировалось просто задержать
проведение теста. Просто срыв даты и все. Срыв в обмен на их молчание, чтобы я могла оставаться на борту со своими друзьями. В конце концов, это уже не важно. Моя вина никуда не денется, как и ее искупление. Если сможешь простить меня, я от всего сердца благодарю за это. Если не простишь, я понимаю и принимаю твой вердикт. Я одна сынова, и в этом лишь моя вина. Так, и здесь еще что-то было. Что здесь было? Мы знаем, что ты делаешь. Делай то, что ты скажешь. Что мы скажем, как мы скажем, как там мы скажем. Иначе мы позаботимся, чтобы твои дни на борту Гелиоса закончились. Жди дальнейших указаний. Окей, так, значит, мы больше никаких этих мы не надыбали, да? И, в принципе, можем валить. Обратно в квартал Альф, по крайней мере, дорога мне знакома. Круг должен быть разорван. Круг должен быть разорван. Так, а Альфа у нас наверху, да? Ой, что здесь написано, подожди. Такого же не было написано, да, или было? Наверху надо посмотреть. Сверху, это же круг. А на кругу. Танцуют девки, танцуют. Я читал вроде же. А я смогу здесь пройти-то или нет? Или нет? Здесь типа завалено, да? Сука, говнище. Что там написано? А, блин, я не прочитаю отсюда. Ну ладно. Так, ну давай спустимся, короче, и пройти надо по низу, да? И опять подняться, и... Ох, головоломки-то эти, лабиринтики-то эти. Ох, ну конечно, да. Головоломочки-то придумали тут. Им беготню. Ой, людишки опять поползли. Как эта игра называется? Я что-то... Вот. Я вроде знаю, как она называется, а может, я не знаю. Ой, подожди, что тут? Что это такое? Изучить. Учетная карточка для палубных хоккея. Ёпти. Вот так вот, смотри. Понял? Это палубный хоккей. Это тебе не это и не то. Так, нам сюда перепрыгашка, да? Или нет? Да. Ну, прыгать будешь или что? Так. Отсюда я смогу на круг посмотреть? Там что-то просто слова какие-то были написаны, ну ладно. Так, ставь лямбо. Ну давай же, сработай. Yes! Оу, yeah! Что-то режь-то так мне в ухо прям. Разоралась. Сохранялка пошла. Это уже, значит, нам говорит о том, что сейчас будет что-то важно или не важно. Так, тут ничего нету интересного, да? Темно, хочется немножко посветлее, ну ладно. О, музло. Музейшн пошел, нормально. Книжки какие-то, да? Так, ладно, мне нужно найти квартиру этой тёлки. Погнали. Так. Сюльчой. Браун. Миллер. Острог. Ручо. Гиакома, некоторые из нас вообще-то предпочитают спать по ночам. Я не прошу тебя перестать водить подружку к себе, но во имя всего святого, умоляю, сделай шумоизоляцию в своей комнате. Твои бессонные соседи. Арчер есть, так, а здесь? Аня, мы ждали тебя сколько могли, но теперь это опасно. Мы заперли все и уходим вместе с какими-то людьми из района Сигма и Дельта. Приходи к нам в сад, как только сможешь. Не мешкай, просто иди, Томас. Фауст. Погнали? Скорее всего... Yeah. This is Ada's room. Сразу видно, что здесь живет Ада. Never did learn to clean her room. Она никогда не любила уборку. Ведь за говно.
О, тихо, там цифра. Нет, не цифра, тут что это? Это какой-то знак. Да или нет? Знак? Я не знаю. Это знак. Вроде как. Опа. Блин, вот эти такие значки, короче, они постоянно, да, здесь в этой игре? Они что-то означают, наверное. Так, второй знак, первая, короче, какая-то писюлька, второй две молнии, да, типа. Taming a new kind of fire to raise mankind. Включить новый вид энергии, чтобы человечество вышло за пределы материальных ограничений. You always did dream. Я всегда мыслила масштабно, ада. Так. Скорее всего, эти знаки мне понадобятся, потому что, скорее всего, какая-то будет дверка, и там нужно будет их, их вводить. Так, три вот таких вот, я понял. Так. Как всего много. Молодые сестры Арчи, которая сделана мамой, когда она еще была жива. Мы были тогда совсем. Ты сейчас где? Но если мы хотим выбраться из этого короля живыми, я должна понять, что происходит. Например, ты сказал, что в будущем написал мне письмо, которое привело меня сюда. Роуз, что это вообще значит? Моя исследование касается исследования лазеек в потоке времени, так что будущее я напишу это письмо и каким-то образом вовремя отошлет ему тебе, чтобы ты попала сюда. Но, Каранас, Нагелиус. Вот черт, кажется, я знаю как. Послушай, Роуз, ты должна забрать очень важные результаты исследования. В моей квартире есть потайная комната, отыщи ее, пока я пробираюсь через еще один отдел лабораторных исследований. Даю подсказку, начни с центра комнаты. И это все? Ты хочешь, чтобы я здесь сломал голову твоими загадками? Развлекайся. Найди спрятанное исследование ады. Да, прикольно. Развлекайся, говорит. Сама развлекайся, скотина тварь. Так, ладно, с центра комнаты, хорошо. Диплом физика, полученный адой 83. Такая умная, ты все равно запуталась в этом беспорядке. Подожди, мне нужно вот это вот говнище. Что тут за знак был? Да, хорошо, да. С центра комнаты. Опа. Да? Картину отодвинь. Картина что отодвинула? Ты сюда. Там писюльки какие-то. Картину отодвинула быстро. Так. Ой, ёб твою мать. Что дальше? Дальше вот эти вот дерьмо-дерьмо-дерьмо-демоны. Дерьмо-демон. Так, три волны. Три волны. Три волны. Здесь была вот огонь, типа, да? Огонь. Огонь, три волны. Огонь, три волны. Здесь. Здесь тоже волны. 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 Тут что-нибудь есть такое похожее? Подожди. Огонь был в начале. Да? А, должно совпадать. Все, я понял. Сейчас, так, окей. Так, 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 так. Треугольник. Треугольник. Где треугольник? Это многогольник. Это многогольник. Это тоже многогольник. Это многогольник. Треугольник. Треугольник, треугольник, волны. Так, треугольник, волны. Треугольник, волны. Да, вот так. Чего? Треугольник, волны. Теперь вот этот многогольник. Так, это либо этот, либо этот. Нет, вот этот. А, тут две этих, тут две такие штучки, по-моему, было, да? Вот так вот, да. Теперь опять треугольник. Блин, что за бред, подожди. Я не понимаю, как это работает, подожди. Как это надо сделать-то? А, вот сейчас типа было правильно, и он прокрутил или нет?
А, подожди. Вот, первое было правильно. А что там было правильно? Ёптель. Подожди, давай посмотрим, что было... Что, где правильное? Какое, на какую смотреть правильное? Вот этот вот огонь, типа? Да? Круглый огонь правильно. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Усюка бесит. Вот, тихо, стой. Огонь было вот на этой теме, да? На... Нет, подожди, не так он считает. Подожди, какая... Почему... Блин, скотина, тварь. Так, сейчас, подожди. Давай я просто напишу на бумажке, себе на бумажке, и все. Чтобы не трахать себе мозг. На треугольнике у нас идет три волны, правильно? Значит, я беру ручку. Ручку беру, взял ручку. А она не хочет браться, ручку. Ну, то есть включаться, падла, тварь. Так, хорошо, я другую ручку беру. Треугольник. Треугольник у нас вот эти вот фигульки, да? Треугольник. Все, окей. Я понял. Так, а тут что за это говнище? Подожди. А, это у нас как бы... Это что у нас? Это у нас... А как эта фигура называется? Это тоже такой, типа, треугольный куб. Тоже треугольный куб, да? Треугольный куб. И здесь у нас вот такой вот, типа, пок-чпок-чпок, да? Хорошо. Так, смотрим. Все должно быть очень просто, я просто туплю. Значит, смотри, треугольник и, четверной треугольник, да? Я просто не понимаю, на какой, на верхний должно быть или не на верхний должно быть. Сейчас, подожди, стой. Значит, если мы верхний треугольник, то верхний треугольник, это у нас вот эта вот тема, правильно? Вот, ну-ка. Нет. Подожди, вот так вот. Нет. Значит, надо на верхнюю смотреть, что ли, подожди. Верхняя круглая, это вот так, по-моему, да? Нет. Так, подожди. Смотрим наверх тогда, да? Или как? Верхняя, типа. Это у нас верхняя, это у нас вот так вот. Нет, я не понимаю. Тихо! Что там было? Твою мать! Я пропустил все. Я все пропустил, мазафака. Значит, у нас был... Как? Почему совпадение-то? По какой пошло? Совпадение пошло по какой? Подожди. Я вот это не трогал. А вот здесь было совпадение слева... Наверху был этот... Нет. Нет, 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 нет. Значит, этот огонь и вот это вот верхнее не совпали стопудово, да? Подожди. Потому что почему? Потому что вот на этой круглой... нет, вот на этой круглой, вот это типа круг, да? Будем считать, что это круг. На круг... На круг... На круг это вода, короче, типа. Ой, огонь точнее. Да, и у нас остается последняя фигура, где эти. Пойдем еще раз проверим, подожди. Так. Значит. Значит, круг был огонь. Нет, нет. Вообще ни хрена не понял, как это совпало. Подожди. Ничего не понимаю, подожди. Ой, что с рукой? Все нормально у тебя с рукой, дай вернись взад. Это очень простая головоломка, которую я не могу решить. Почему? Потому что я лошара, да? Тихо. Вот опять какое-то было совпадение. Какое? Какое было совпадение, собака, тварь? Значит...
Будем отталкиваться просто от треугольника, например. Треугольник был, да, на треугольнике была такая фишка, да, треугольник. А может быть нижняя, типа, подожди, давай нижнюю проверим тогда. Если круглая, то это огонь должен быть. Правильно? Не. Я не понимаю, ребят, как это устроено, короче. А, может быть, вот эти вот средние, типа. Ёб твою налево. Ну-ка, вот, вот так, да. Вот так вот, ну-ка. А-а-а, все понятно. Говно ты. Маломайская. Так, здесь у нас что? Вот это, по-моему, да? Да. И последнее, треугольник. Просто треугольник, это у нас вот эти вот волны. Тупой, тупой, шмыга тупой. Так, чё там? А, лезть надо? Ну давай лезь. Лезем, лезем. Типа в середине? Приезжай на Гелиос. Соберемся вместе, будет весело. Да, да. Короче, в центре эти совпадения были, а я туп... Ну, тупой, тупой, да, согласен. Тупенький, тупенький. Так, пробрались с вами в комнатку и... Так, и что здесь? Так, изучамбо. Доказана теория одной электронной вселенной с 0 статической значимостью, равно 4 сигмы. С результата исследования Гелиос меняет основу физики. Верность математических расчетов доказана. Это просто катастрофа, заявляют многие университеты. Университеты. Так, и что мне тут надо сделать? Вот это что-то такое, да? Ну-ка. Ну, возьми. И это оно? Исследование, которое позволит письму путешествовать назад во времени? Я думал, оно будет более солидным. Так, куда-то запихнули. Ну, как успехи? Неплохо. Однако, боюсь, я нашла ошибку в твоих сложных расчетах. Очень сомневаюсь. Что-то нашла. Ну, здесь все безинерционные векторы гномов пересекаются с кастрюльными измерениями. Хорошо, что сказала полнейшую бессмыслицу. Но в твоем блокноте смысла не больше. Эти расчеты позволят тебе отправлять... Да, я уже получил мое письмо, значит, что я их применил на практике. Или применю... Тут как посмотреть. Как-то осознавать, что я, по крайней мере, проживу достаточно долго. Возвращение исследования куда важнее просто отправки письма. Оно может сделать намного больше для всех нас. Обещаешь, что сбережешь мой блокнот? Обещай мне. Договорились. Обещаю. И что теперь? Я разделил свои исследования на две части, у тебя только одна и половина. А я сейчас на второй. Сначала пройду через биолабораторию, а потом... Что за... Я в ловушке. Биолаборатория. Короче, нам нужно биолабораторию, да? Писа в счет, дерьмовый ресивер. Да. Выяснить, что подавляет сигнал передатчика. А, ты. Как я это выяснил? Так, мне обратно взад или нет? Куда мне идти? Я все правильно бегаю или неправильно? Короче, нам нужно назад возвращаться, да? Потому что, ну а что, а что? Мы здесь все уже типа исследовали, правильно? А это мы читали, да? Опа-на! Эй! А, наша новая гость! Приятно наконец поговорить с тобой! Позволь представиться, я Никола Тесла. Я знаю, кто-то теперь проваливается, что я хочу поговорить со своей сестрой. Боюсь, это невозможно. Уверен, ты знаешь, что на Гелиосе введен карантин, а для того, чтобы карантин работал, я не могу позволить тебе и следователю Арчер открывать изолирующие двери по всему кораблю. Нанесенный ущерб и так уж слишком велик. Я не могу позволить все еще больше усугублять. Поэтому вы обе должны оставаться на своих местах до тех пор, пока ситуация не будет снова под контролем. Ты запираешь нас? Сидя на месте, мы будем легкой добычей.
Уверяю, я делаю все возможное, чтобы исправить эту ситуацию. Прекрасно. И как продвигаются дела? Корабль полный мертвых ученых. Великий Гелиос разваливается на части. Где же теперь твоя безграничная энергия? Рус. В Уичпели женщина жестко изрублена до смерти. Со Скотланд-Ярд расследует следствие двумя другими убийцами. Можно работать с этим убийцем. Эй, привет, это снова я, Обри. А, здорово. Это ты. Сначала меня зовут, теперь это. Чайпер ли тебя тоже, так же, как и меня? Ну тогда дам пару советов на свой профиль. Шаг первый, найди себе чистый угол, куда не доносится запах смерти. Вообще-то я рассчитывал на более существенную помощь. Можешь мне помочь выбраться? Возможно. В квартале Альфа, район Фарадея. Там опустилось что-то вроде гигантской стальной двери. Ты можешь ее открыть? Возможно. Я могу рассчитывать, что ты придешь и зовешь меня, если я помогу тебе? Моя ситуация... чуть сложнее твоей. Обри? Дверь. Пожалуйста. Очень прошу. Иди за своей сестрой, я понимаю, семья важнее всего и все такое. Но у меня тоже есть семья, и я все еще здесь, в западне. Поможешь мне, если я помогу тебе. Хорошо, Обри, договорились. Помоги мне добраться до моей сестры, а потом мы придем за тобой. Я обещаю. Получается. Отлично. Так, ну, чтобы ты отошла от двери, пока я тут пошаманю. Дай мне знать, когда будешь в укрытии, ладно? Конечно. Будь на связи. Так, у нас одна новая еще загадка, которая говорит о том, что ни о чем она не говорит. А, овца. Два волка. Нет, подожди, один волк. А, это типа перевести нужно, я понял. Мы перевозим волка. Нет. Перевозим овцу. Нет. 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 Подожди, мужик. Волк. Да, мужик и волк. Два волка. Два волка. Два волка-овца. Да, два волка-овца. Волк. Два волка. Отлично. И мужик. Твою мать. Овца сюда. Два волка. Один волк. Ай, блин, нет. Подожди, волк. Два волка. Да, волк, два волка, овца. Так, мужик. Мужик-овца. Нет, мужик-волк, типа, получается. Два волка, два волка, один волк. Нет. Волк, два волка. Волк, два волка. Два волка. Твою мать. Мужик. Мужик-волк. Овца, подожди, мужик-волк, запиши. Мужик-волк. Мужик-волк. Один волк. Мужик-один волк. Овца. У нас овца. Овца-пляж. Мужик-волк. Мужик-волк. Овца-пляж. Уе. Так. Что мы здесь нашли? Подожди. Как это решается, я не знаю, если честно. Карл, будь начеку. Это не похоже на остальные случаи шпионажа ради шантажа. И на этот раз все может быть серьезно, так что береги себя, хорошо. Просто подтверди информацию из Уайчепелы и сразу выбирайся, так чтобы мы провели организованный арест. При каких обстоятельствах тебя не должны поймать вместе с Острогом. Береги тебя, бог, директор Харнеск. Хорошо, и ключ. Ну, один новый предмет. Острога. Ключ-карта квартиры Людвига Острога. Людвиг Острог. Так, вроде мы... вроде мы все сделали, да? Вроде мы все сделали. Все, погнали тогда отсюда. А, он там собирается открывать. Да, вроде? Отлично, поехали.
Черт тебя подери, Обри. Дверь чуть не взорвалась. Прости. Моя вина. Должно быть, я послал слишком большой заряд по силовым кабелям. Я скоро вернусь. Нужно провести диагностику и дать 5 Бенни. Думаю, его руки еще где-то здесь. Звучит отлично. Хорошая работа, Обри. До связи. Так, Острог. LG Острог. Погнали. Погнали. Так, две за какие-то записки, давай почитаем. Тут на борту Гелиуса мой внутренний конфликт наконец заглаз, и я с гордостью могу сказать, что я больше не подаюсь соблазнам, как раньше. Я вижу здесь женщины, но в моем упорядоченном существовании на борту Гелиуса я могу структурировать свою жизнь, сохранять безукоризненную дисциплину. Преимущество этого сразу же отразилось в всех аспектах моей жизни. Мои исследования еще никогда не достигли такого уровня, моя рука еще никогда не была так тверда, мой скальпель никогда еще не двигался так плавно, как сейчас. Приезд на Гелиус стал лучшим решением в моей жизни, так что если приглашение от Ворсворда еще у тебя, я призываю тебя им воспользоваться. Пресса никогда не была справедлива Гелиусу, так же, как не была справедлива к моей карьере в Лондоне. Мы здесь творим великие дела. Великие! Людвиг Острог, река времени. Мы говорим, что движемся сквозь время из прошлого в будущее, точно так же, как корабль плывет по волнам в неведомые моря. Иногда же мы ощущаем, будто наблюдаем за течением времени, находясь как бы неподвижно вне его, словно мы стоим на мосту и смотрим, как течение несет ветки и листья куда-то вдаль. События, подобные этим листьям и веткам, они приближаются к нам из будущего. На какое-то мгновение находятся перед нами и потом уплывают, скрываясь в прошлом. Да, может быть, это он... писал, что время не река. А может быть и нет. А может быть и насрать вообще. Так. Что, все? Больше ничего здесь нету? Да ладно, две записки и все. Ну ладно, хорошо. Да, можем уходить отсюда. В принципе, погнали. Так, а что мне теперь надо сделать? А, что мешает мне этот... Я понял. Найти, что давит сигнал. Вон там, по-моему, когда дверь открыта. Нет? По-моему, она была раньше закрыта и открыта. Не, по-моему, я не помню. Давай, прыгай. Твое время пришло. Скоро все будет кончено. Красная кровь за кровь времени. Это кто? Времени река, времени река, времени река, времени река. А это Людвиг, о котором мы были в кабинете. Времени река. Спастись от психа с ножом. В связи с чем установлено, это он продолжает действовать под прикрытием и ждет срока за организованному аресту. А как от него спастись? Я король мира. Вот черт, заткнись, все. Заткнись. Только что на глаза какой-то псих попрошил ножом другого человека. О, нет, это Людвиг. Вытащи меня отсюда. Ладно. Тебе нужно добраться до входа в нашу станцию, а я пока тут все нарастрою. Можешь отправить меня в биолабораторию? Тут заперта моя сестра, раз она не может прийти ко мне, я пойду за ней. Разберись за входом монорельсовую станцию. Так я же добрался уже, нет? Вот она, нет? Я у входа. Открой ворота. В этот раз постараюсь без шума. Yes, слушаюсь, мэм. Ну вот, готово. Хорош. Красава. Это Людвиг. Ой! Кто идет, твою мать? Стоять! Нет! Нет! А вот и не стоять! Ой-ой-ой-ой-ой! Твою мать! Куда, Обри? Эй! Беги! Just run! Just run.
Туда, не туда, я не знаю, ребят. Не. А нет, не туда. Ой, ёптель. Все, я умер. Я понял. Давай еще раз, быстро. Говорит, просто беги, просто, говорит. А куда там бежать-то, если там некуда бежать? Что? Давай налево тогда. Налево. Налево нельзя. Твою мать. Just run. Просто беги. Черт, побери, Обри. Есть, получилось. В дальнем конце монорельсовой станции, в дальнем конце последний вагон. Запрыгивай в последний вагон. Ну, прыгай, ёбать твою мать. Да чё за бред ты, алё? Я же прыгал. Сейчас по управлению еще такое делается. Да? Сейчас бы управление такое делать через жопу. Через жопу. Что? Так, надо сейчас прям, потом налево, потом направо, да? Твоих рук дело. А вот этот? Да пошел ты. Тебе не убежать от времени, Роуз. Твоя месть, я же тебе заплатишь за то, что сделала. У тебя получилось, ух ты, вот это забег. Я же говорил тебе, Бенни, она здорово бегает, проклятие. Новый листик, старый отбыл. Ребят, на этом, это будет сейчас новая глава, ребят, на этом закончим. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был кто-кто-кто-кто. Ну, шмыга кто-кто. Вот, да, да. Всем счастливо, всем покеда.